Молодежь региона политически пассивна. К такому неутешительному выводу пришли преподаватели Федерального университета, представители органов власти, члены избирательных комиссий и активисты области. В подтверждение статистика. Явка молодежи региона на выборы в 2016 году в два раза меньше, чем в целом по стране. Наверное, логично, да, в любом обществе молодой человек там, или девушка, она будет в первую очередь обращать внимание на решение своих насущных проблем, и только после того, как она эти проблемы или там человек решит, уже переходит в разряд проблем политических. Да? То есть участие в выборах в качестве кандидатов, либо же просто принять участие в выборах как избиратель. Повышение электоральной активности молодежи – задача, которая сейчас остро стоит перед властями. А потому в регионе созданы молодежный парламент, правительство, избирательное комиссия. Действует Министерство по делам молодежи. Регулярно проводятся форумы молодых политиков, в том числе «Команда 29». В Северном федеральном университете также стараются заинтересовать политикой молодых людей. У нас есть даже такие дисциплины, как правовые, государственные. Вообще мы изучаем, то есть общество, и ну, нам рассказывают про то, что вообще нужно, в принципе, принимать участие в голосовании за какого-то деятеля. Помимо этого, в области создано Архангельское региональное отделение Российского общества политологов. Его возглавил Александр Томицкий, ученый из САФУ. Наши студенты являются волонтерами и участниками многих политических событий, которые происходят у нас в регионе. Есть еще и взаимодействие на уровне экспертного сообщества. Сотрудники университета являются членами общественных советов при губернаторе Архангельской области. Главная цель Российского общества политологов – это осмысление процессов развития нашего государства, вовлечение научной общественности в формулирование повестки дня и задач нашего государства, экспертная оценка того, что происходит и делается органами власти, общественными объединениями. Еще одна задача регионального отделения Российского общества политологов – научить молодежь разбираться в политической ситуации в стране и в мире, а также подсказать, как все вместе и каждый в отдельности может повлиять на положение вещей, а значит привлечь в ряды политиков молодых, энергичных и целеустремленных людей –